Всем привет! Сегодня я покажу вам, как фармить золото в ТСО быстро и эффективно. Собственно, для этого вам нужно вступить в торговую гильдию. Вот, найти их нетрудно. Второе условие – это вам нужно прийти на какую-нибудь локацию, где есть крабы. Например, я сейчас нахожусь на локации Градвуд. Вот, примерно вот на этом пляже я нахожусь. Собственно, что нужно делать? Просто бить крабов и брать с них три основных ресурса, которые нам нужны для продажи. Первый ресурс и самый дорогой – это хитин грязевого краба. Второй ресурс – это лоскуты карминовой шкуры. И третий ресурс – это декоративный воск. Собственно, за сколько продавать? Смотрите, в общем-то, давайте от самого дешевого до самого дорогого. Самое дешевое – это лоскуты карминовой шкуры. Их вы можете продать за 80 монет за штуку. Вот, они фармятся быстрее всего, выпадают чаще всего, вот, но стоят меньше всего. То есть за 80 монет за штуку, ну, можете за 100 монет за штуку продать. Вот, то есть, допустим, вы 100 лоскутов нафармили, продали там за 100 за штуку, получается, 100 умножить на 100, это у нас 10 тысяч, да? Вот. Ну, с учетом налогов, 9500 где-то так получится. Вот, собственно, что еще? Так, декоративный воск вы, собственно, продаете за 200 монет за штуку, можете за 250, ну, можете попробовать за 300, но я советую за 200-250 продавать за штуку. Вот. Собственно, выпадает он реже всего. И третий, самый дорогой компонент, это у нас хитин грязевого краба. Его смело продавайте за 600-800 монет за штуку. Я обычно продаю за 600, чтобы побыстрее скупали. Вот, ну вы можете смело продавать за 700, хотя бы так, да. Вот, если 800 поставите, то будьте готовы, что будет подольше висеть лот у вас. И, собственно, сейчас я вам покажу выручку с хитинов. Я нафармил за полчаса. Ну, не за полчаса, наверное, минут за 25-27, вот так вот. Я нафармил примерно 100 их, 100-101, вот так вот. И продал. Сейчас покажу выручку. Сейчас ускорю фарм и посмотрим выручку. Предмет продан, хитин грязевого краба, это я выставлял сколько? Получается 101 хитин за 600 монет, 600 монет за штуку. Вот, итого с учетом налога я получил вот столько. Довольно неплохо, то есть фармил этот 100 хитина я буквально, ну, полчаса, наверное. Все. Пожалуйста.